Салам алейкум, кардаш. В 2021 году уже 110 тысяч жителей Армении покинули родные места, заявил депутат от блока Армения Ваги Акопян, пишут армянские СМИ. По словам Акопяна, эмиграция из Армении достигла космических показателей. Նոր եմ տեղափոխվում, ամուսինս ընդեղ աշխատում, միշտ մեկնում է Մոսկվա, ես էլ եմ ուզում մեկնեմ ու իր հետ աշխատենք, ապրենք Մոսկվայում. Депутат отметил, что из Сюникской области это Западный Зангезур. Также началась серьезная эмиграция. Գնալով երկիրը կկորցնենք, եթե պահենք, մնալով ենք պահելու. Ուրիշ տարբերակ չկա. Самая большая эмиграция именно из этой области. Люди от безысходности покидают места своего проживания. Баджарана Джангурбан. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч! Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, и если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь.